Я прошу тишину в зале суда. Слушается дело о пропаже гражданина Альберта Саврасовича Пургинева. Суд вызывает свидетельницу Евдокию Пафнутьевну Пургинёву. Я извиняюсь, а тут здоровкаться вообще надо? Как хотите. Хорошо. Тогда не буду. Не, хотя, конечно, поздороваться надо, чтобы вы ж не подумали, что я не куртульная. Я куртульная. Что вы? Я куртульная. Я такая куртульная, что если кто со мной не куртульно поздоровкается, хавала сразу дами уши. Свидетельница. Слева вот эти пальцы. Как копыта. Успокойтесь, свидетельница. Извиняюсь. Назовите себя. Дуся Пургинева. В девичестве чреватая. Сколько вам лет? Слушайте, у юных девиц не принято спрашивать, сколько им лет. Пора бы знать. Свидетельница, не делайте суду замечания. Отвечайте на вопрос, сколько вам лет? Хорошо! Подошла к 30. Недавно. Я так понимаю, лет 20 назад. Хорошо. Итак, да. Расскажите, сколько лет вы состоите в супружестве с вашим пропавшим мужем? Так сейчас и не припомню. Так в стрессе я тогда была от радости. Ой, люди добрые, он же у меня такой юморой. Я говорю, Альбертик, а давай на Новый год свадьбу сыграем. А он говорит, ты что, дура, хочешь там весь праздник испортить? А какой он нежный, люди добрые, какой он нежный. Он же меня на руках от дома до ЗАГСа нес. Правда, когда делал перекур, давал свидетелю поддержать, а тот же шептик клюпеньким оказался. И меня в лужу уродил. Вот представь, я в белом платье, тут лужа, тут лягушка. Расскажите суду, что вы видели той ночью? Значит, той ночью мы с Татахой сделали педикюр в труднодоступных местах и перекинулись в дурачка с двумя командировочными грузинами на раздевание. О, Боже, насмеялись, нахохотались. Свидетельница. Извиняюсь. Дальше. Иду, вдруг вижу мужик какой-то на 8-м этаже на балконе висит и кричит, Дуся, Дуся. Кстати, меня Дуся зовут, а вас как? Да мне все равно, да. Дуся, Дуся. И главное, знаете, голос на моего Альбертика похож. Я думаю, ну не можешь же мой Альбертик там висеть, он же на ночной смене. Подхожу ближе, присмотрелась. Мой, зараза! Висит, чё мать родила на Зинкином балконе. Это Гришка, Зинкин муж, раньше времени явился. Свидетельница, а да. Как же вы его узнали? Дело ведь ночью было. Так, а как? По признакам узнала. Подождите, ночью в темноте вы рассмотрели какие-то признаки? Здрасте, так это ж у кого какие признаки рассматривать? Днем так днем у другого не рассмотришь с фонариком с 2 метров. А у моего Альбертика... Свидетельница, подождите. Да. Но как вы рассмотрели, если он к вам спиной висел? Он же извивался, когда Гришка стал его на ботинками по пальцам бить. Он извивался, и я сразу увидела все. Хорошо, скажите, а были еще какие-то свидетели этого происшествия? Или вы там одна находились? Здравствуйте, какая я одна? Он же там так вопил, вопил так, что все соседи из окон повылазили. Особенно женщины. И кричат, смотрите, смотрите, Альбертик из 42-й висит. Значит, соседи по дому тоже узнали вашего мужа? Узнали в основном соседки. Я даже удивилась, люди добрые, честно, я удивилась, я думаю, как они в темноте моего Альбертика опознали.
Неужели, думаю, он еще у кого-то отметился, кроме Зинки? Узнаю! Все патлы повыдергиваю, ясно? Свидетельница, давайте вернемся к тому моменту, когда ваш муж оторвался. Да и... не сам он оторвался, Гришка его спихнул, ну что вы! Каким образом? Ну вот представьте, что ваш муж висит голиком на балконе 8-го этажа, ему по пальцам бьют, вот тогда и увидите, каким образом. Мой муж не будет висеть. Жалуба моя, как говорит моя подруга Натаха, и на старуху бывает проруха. Делаю вам замечание за оскорбление судьи. Я извиняюсь, и на пожилую женщину бывает проруха. Еще одно оскорбление, я вас выведу из зала. Да слушайте, не хотела я вас оскорблять. Да и не называла, вы и на старуху не тянете, вам больше 65 не даст. Мой возраст к делу не относится. Итак, ваш муж оторвался, и что? Ну что, оторвался и полетел вниз. А женщины, бабы из нижних этажей руки повыставляли и норовили поймать их. И что? Что? Поймал кто-нибудь? Накусь-выкусь. Не такой мой Альбертик, чтоб кому попало в руки ловиться. Так что же, так и упал прямо на асфальт? Так хорошо бы. Так бы ему кобелю и надо было шмякнуться. Так нет же. На брезентовый навес спикировал, который над летним кафе висел. Насквозь пробил. Насквозь. Да, был, ну, да конечно, 100 килограммов с 8-го этажа. Ряд! Мало того, а там же в 1-м этаже люди свадьбу гуляют. Значит, гости кричат: «Горько! Горько!» Жених уже губы от селедки вытер, идут. Явление Христа народу. Мяк! Посреди стола. Чё мать родила? В руках поросенок. Боже! Эти, весь в майонезе. Эти, значит, гости, давай селфи делать. Ну, подумали, что так же задумано. А вы что? А я кричу: поросенка кидай мне! Мне поросенка, а то отберу! И тут мой Альбертик как вскочил, как побежал по столам, да прямо по блюдям! По блюдам! Ну да, по ним самым, походу, фату из невесты содрал, ну чтоб срам свой прикрыть. Но поросенка молодец, из рук не выпускает. Да, и тут, значит, эти начинают, как их охрана, начинает ловить его. Пытать, ну куда, Альбертик же мой, весь в майонезе, выскользнут и на улице. Мимо меня, как пуля пробежал, только успел крикнуть: «Дуся, тебя я люблю, а Зинку за деньги». Ягодицами сверкнул им кусты. Все. Скажите, свидетельница, а вы знаете, где сейчас находится ваш муж? Саткуль. Он мне только смс-ки шлет. Вот вчера прислал: «Не простишь, коль меня Дуся, я напьюсь и утоплюся». Может, ему уже и в живых нетути. Натаха говорит: «Что ты ревешь? Другого найдешь». И я говорю: «Нет, такого, как Альбертика, днем с огнем». Она говорит: «Ничего, днем с огнем, а вечером разогнем». Скажите, а вам не приходила в голову мысль, что у Альберта Саврасовича могла появиться другая женщина? Другая? Да не в жизнь. Люди добрые, он меня так любит. Он меня ни на что не променяет. Он мне так и говорит: «Дуська, Пуська, я тебя так люблю, что променять могу только на электромопед». О! Любовь неземная. Ну, знаете, как в жизни бывает. Любил, любил, а потом и разлюбил. Да уж не ты ли, лохудра драная, Альбертика, мужа моего законного, приныкала? Натаха, бери на себя охрану. А я сейчас из этой мокрой курицы двоих буду делать. Я тебя сейчас и обогрею, и прибрею,
и прибаюкаю. Тихо, 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 тихо